личное отношение, держитесь. Мне мое личное отношение, оно не менялось вне зависимости ни от каких политических событий. Ну, у меня мама просто, она дочка контр-адмирала Северного флота, а я внучка. И мне с молоком матери было объяснено, что такое Севастополь и кто такое Севастополь. И какие бы ни были перипетии, я говорю, к политике это не имеет никакого отношения, ради бога. Даже во времена тогда, когда Крым был украинским, я всегда говорила, с моим почтением и поклоном, я всегда говорила, что Севастополь — это русский город. Мы на это вас видим! За что тогда получала? Про боевые славы, достоинства вообще говорить не буду. Там определенный дух. Михаил Алексеенко, город Ставрополь, электрогитара. Хуан Орландес Ванес Родригес, Гавана, Куба, бас-гитара. Станция «Зима», Екатерина Сергеевна Баранова, вокал. Город Тольятти, Лена Шерифырова, вокал. Восточная Сибирь, Иркутская область, город Усть-Илим, Ксения Александровна Тимова, вокал.